резко похолодало, и в связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с полезными рекомендациями. В особенности эксперты призывают соблюдать технику безопасности во время обогрева помещений и остерегаться угарного газа. С понижением температуры воздуха специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям усилена работа по профилактике и предупреждению случаев отравления угарным газом. К сегодняшнему дню профилактической работе подверглись порядка 4 миллионов домохозяйств и многоэтажек. Во время подворового обхода специалисты МЧС раздают людям памятки и буклеты, в которых содержится подробная информация об опасности угарного газа, пожаров и вспышек газовоздушной смеси. Вместе с тем проводится инструктаж о том, как избежать этих опасных явлений. В отопительный период призываем граждан соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не допускать скопления угарного газа в помещении. Между тем, активная профилактическая работа в эти дни проводится и на перевале Камчик с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и других нежелательных явлений. Под руководством МЧС профильными службами организованы все необходимые мероприятия. К примеру, для предотвращения гололедицы на трассе рассыпается песчано-соляная смесь. Кроме того, сотрудники специального поискового пожарно-спасательного управления Камчик переведены на усиленный режим несения службы.